Вот, ребят, приехала я в Товарково, как здесь зелено. Уже зашла в магазин, так деньги сняла, там где сняла, там купила я. Потом приду, покажу. Вот иду я в другой магазин, «Радуга» называется. Вот. Вот, видите, как здесь тоже вороны кричат. Вот, Товарковая. У меня с сумкой, ребят, беда. Ребят, мне срочно теперь сумку надо. Как я и люблю эту сумку. Гляньте, что у меня с ней. Дома покажу вам. Не могу, я чуть не разревелась. Я вообще вещи аккуратно таскаю по много лет. Я красную-то не под все вещи оденешь, правильно? У меня красная есть, там еще и это. Вот Ленка моя с Калуги, сестра, дарила. Вот она выход, дорогая-то. А это прям вообще, ребят, моя любимая сумка. Она под все платья, под все подходит. Ну, буду просить, чтобы мне, не знаю, получится или нет. Вот Товарково. Видите? Прямо жалко мне, как у меня так получилось. В «Радугу» иду теперь я. Сейчас куплю. Может, там в «Радуге» что-то есть для колечка такое. Тогда куплю. А что делать, ребят? Ну что, выкидывать сумку? Сами знаете, мужика нету. Кого просить? Кого? Я не буду бегать просить кого-то. Жалко, конечно. Но сейчас я в «Радуге» спрошу. Есть такие колечки цепляться? Тогда хорошо переставлю ее. Ой, мне прям плохо чуть не стало. Такие деньги отдаешь. Сами знаете, ребят. Я не работаю, вы меня содержите. И зарплата еще это ютубовская. Что там? Наверное, в этом месяце у меня не выведется. Вчера Настя, менеджер канала, смотрела. В августе выведется там. Ой, не знаю, посмотрим 8-го. Я расстроилась, ребят. Да, из-за сумки я расстроилась. Эту сумку под любую вещь одеваешь. Красная это тоже красивая, но она красная тоже не оденешь под все, правильно? Ой. Ну, сейчас я в «Радуге» спрошу. Может, какие колечки есть там. Я поменяю. Как мне жалко. Да, расстроилась. Она хоть сумка-то стоит 1000 рублей. 1000 рублей для меня тоже деньги, ребят. Это хорошо, что вы есть у меня, «Газпром». А если бы не были бы у меня бы... Ой, какая погода хорошая. Ладно, Ольга Валерьевна, не расстраивайся. Есть похуже в жизни. Купишь еще эти сумку... 5 сумок еще купишь. Да я не расстраиваюсь. Вот я иду. Иду. Вот я иду. Люди в магазин приехали. Ой. Там тоже вон, не знаю куда. Ой. Я уже устала так, как собачка. Потом зайду, посмотрю, почем огурцы у нас. Вот здесь, то есть Товарково. Я-то брала по 80 у нас.
Что-то бабки торгуют, да? Пойдем посмотрим. Везде с саками воняет, не пойму никак. Я на нос. Яйца. А, это лисички. А кабачки сколько у вас? Кабачки почем у вас? Этот 50, этот 70. Килограмм? Один. Вот, это 50. А ягоды почем у вас? Это луговая клубника. Почем? 200 рублей. Смотрите, какая. Где мой кроволол? Это 73-й. Я там живу, там собираю. Наши жилетские тоже собирают. Да. А у вас почем? 300. Ой, где мой кроволол? У вас тоже 300, да? 300. А лисички? 200, 400. Большой. Зеленочка дешевая. Сейчас я надо в магазин идти. Хорошей торговли вам, девочки. Вот, слышали цены? Лисички маленькая 200, большая 400. Ой, кабачок надо, я кабачки люблю. Сейчас обратно возьму. 50 и 100 там штучно. Сейчас я в Радугу схожу. Я кабачки люблю, ребят. А, вон Радуга, ребят, вон она. Ой, как близко. Ой, такой запах везде с саками воняет. Что ли, суд везде, не пойму. Вон Радуга. Пойду сейчас. Сейчас куплю все. Мои телепузики, давайте, ладно. Вот, вот это дерево, девки, это что за дерево? Там и у нас тоже такой, гляньте. Ива, что ли? Да ну ладно. Ладно, все.